Итак, мы продолжаем. И мы, короче, когда сегодня в Дискорде сидели, мы на Чибе, прям без шуток, насылали групповую порчу на понос. Прям серьезно, потому что я, когда, я очень сильно негодую. Из нас, кто там сидел, он был единственный, кто получил Никомату. И у нас, как бы, ну, так не принято. Мы тоже хотим Никомату. Я, если что, особенно. Вот. Ну какая же прелесть. Как это можно не хотеть выбить? Я, кстати, сегодня тестовый забег, да, на ней проходил. И там у меня получалось идеально уклоняться иногда. А вот. Здесь счет пошел не по плану. Радуйся, что не мужик хотя бы. Да, блин. Не мужик. Это вообще была бы боль полнейшая. Это была бы просто полнейшая боль. А, знаете, без Николь довольно непривычно, потому что огромная толпа врагов, а ты не можешь дать тяжку. И еще не то, чтобы понятно. Они как бы здесь рейнджевики, и когда в них правильно прожимать так кнопку, тоже непонятно. Ну блин, мог упасть волк, но он бы пошел к Накуре. Кажется, мы не туда повернули. Мы правильно идем? Почему тут никого нет-то? Смотрите, на полу что-то обгоревшее. Похоже на книгу. А, это журнал учета. Журнал учета? Это же важно, да? Наш журнал мне Николь никогда не показывала. Почему они оставили такую секретную штуку валяться на полу? Еще бы. А в журнале Николь там явно видно, сколько денег она скрысила. От красных клыков осталось одно название. Если они захотели начать все с чистого листа, от таких вещей разумно избавляться. А как бы то ни было, похоже, реликвии Никоматы тут тоже нет. Это не моя реликвия, а семейная. Ты нарочно меня подкалываешь? Да в смысле? А ты не часть семьи, что ли? Я не понял. Блин, посмотрите на нее, да ее левую грудь. Там прям написано Нека и лапка. Это мега мило, я хаза. А так, народ, не заводитесь. Раз ее тут нет, пойдем в следующий тайник. Кстати, а где он? Ну, я просто вангую, что эти две девочки станут лучшими подругами. Энби и Никомата. Охранники про это говорили. Красные клыки начинали на Холстовой улице. Их последний тайник рядом, в тупиковой каверне. Я покажу. Что ты сейчас сказала? А, в тупиковой каверне? Босс, ты знаешь это место? Да ладно, вы что? Новости не смотрите? Проект корпорации Vision по реконструкции старого метро. Они же через тупиковую каверну взрывчатку перевозят. Так, я надеюсь только на одно. На то, что реликвия семейная Никоматы это не взрывчатка. А, теперь вспомнил. У Vision были большие проблемы с перевозками из-за того знаменитого эфириала, который скрывался в каверне. Точно. Они вроде даже думали избавиться от мясника из тупика, чтобы уменьшить каверну и открыть безопасный маршрут до зоны взрывных работ. Но этот мясник не так-то прост. Убить его сложнее, чем переправить взрывчатку через каверну. Я уже знаю, чем все закончится. Никомата, ты не говорила, что придется идти в каверну с опасным эфириалом. Нам надо пересмотреть условия сделки. Только предоплату мы не возвращаем. Само собой, Николь. Мяу? Серьезно? Ну, я думала, для умных, смелых и благородных хитрых зайцев, которые одним махом расправились с красными клыками. Даже в логово дракона войти не проблема. Давайте будем откровенны, Никомата тоже немножко мышь. Ага, одним махом расправились.
Похоже, даже хитрые зайцы боятся мясника из тупика. Видимо, придется нанять кого-то еще. Нам. Никомата все же. Да, мышь-манипуляторша. Но ничего. Моя реликвия настолько ценная, что я без проблем найду желающих за безумные деньги. Знаете, они с Николь идеальная пара, по сути. Так, открываем форум. Сортировать по убыванию цены. А теперь я даже хз, как это назвать. Погоди, я не говорила, что мы отказываемся. Я имела в виду, что для такого рискованного задания нам нужен профессиональный план, плюс подходящее снаряжение, оборудование и прочее специальное, что... А, понятно. То есть вы хотите больше денег? Не вопрос. Могу увеличить вашу награду на 20... Нет, на 30%. Этого хватит? Подожди, ты и так 70 предлагала. От 30 до 70. Ладно, по рукам. Бля, Николь. Ах, это не лечится. Босс, тебе не кажется, что стоило бы подумать? Дурачок, мы в каверну идем реликвию искать, а не с фериалами сражаться. Главное не наткнуться на этого опасного парня. Почему-то у меня такое отютение, что Никомата знает, где эта реликвия, и она знает, что она как раз таки у этого предместника. Подумаешь, тупиковая каверна. Раз наша заказчица хочет, пойдем туда завтра. А судя по тому, как Никомата к нам в панике побежала, все же что-то пошло не так, ребят. Мяу, правда? Хорошо. Я верю, что вы сможете найти мою реликвию, мяу. Что-то пошло чуть-чуть не так, да? Капелюшечку. Малость. Никакой реликвии нет, да нет, должно быть, наверное. Посмотрите на Энби, блять. О, как она ревнует, блять. Как же Энби ревнует. Просто Энби и Никомата, это идеально. Я хз. Даже Билли не понимает, что с Энби не так. Но неспроста у Энби была фотка Николь в кошельке. И когда Никомата так к ней жмется. Ага. Тут прям ГГ. Почему мне так неловко быть милой? Правило 3-4. Да, ждем. Ждем. Агрессивно жду. Чё? Ты все время подмяукиваешь, чтобы милой казаться? А, конечно, нет! Мы кошки всегда так говорим. Мяу. Блять. Она серьезно мякает, чтобы казаться милой. Угу. Понятненько. Короче, так и запишем, да. Так, кажется, я начинаю понимать. Вы с зайцами искали тайники красных клыков. Поэтому и пошли сегодня в тупиковую каверну. Именно. А потом... Ничего только не было. В общем, Николь с остальными сейчас в зоне взрыва. Господин, по новостям сейчас передают информацию, явно связанную с заказом. Посмотрите, пожалуйста. И снова здравствуйте, мы ведем прямой репортаж с места событий. Последний поезд корпорации Vision вот-вот отправится в путь через тупиковую каверну. А сообщается, что этот беспилотный локомотив везет последнюю партию взрывчатки, необходимую для сноса. По прибытии поезда господин Перлман из пункта наблюдения будет лично координировать взрывные работы. Как только господин Перлман убедится, что все в порядке, он эвакуируется вместе с техниками и вернется в командный центр в черте города. Понятно. О нет, неужели последний поезд уже отходит? Блин, эмоции Никоматы на этих артах — это просто что-то с чем-то.
Вот бы можно было скрывать еще текст на этих артах. Нет времени досматривать. Надо придумать, как остановить взрывчатку. Иначе Николь на части разорвет. А мы их как остановим-то? Мы ведь не можем тормознуть поезд, ну, прямо у всех на глазах. Нас сразу арестуют собес. А самый безопасный вариант — сообщить собес. Но тогда они могут узнать, что хитрая зайца — рейдеры каверн. Предложение. А мы можем перехватить поезд в самой каверне. Судя по виду Никоматы, ей понравилось предложение. Снаружи никто не узнает, что там происходит, и нас не поймают. Точно. А если мы проникнем в тупиковую каверну и попробуем перехватить поезд по дороге, теоретически, может сработать. Только дайте мне туда взять акулю, пожалуйста. Пожалуйста. Фея, можешь определить, где поезд находится прямо сейчас? Ответ положительный. Рассчитываю безопасный маршрут до цели. Какого фига мы постоянно спасаем жопу Николь? Я надеюсь, эта жопа потом нам как-то, ну, отработает все это дело. Я хз. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Нам надо придумать, как остановить поезд внутри каверны. Ну, блин, Никомата прям... Не. Ты ведь... говорила об этом. Так. Последний поезд отправляется. Заброшенное метро. Найдите и остановите поезд корпорации Vision со взрывчаткой. Ок. А я 10-й апнул. Ух! Сюда, ребят, сюда. А где? О. Сюда лут. Мы апнули 10-й, а значит... А что это значит? А нам дали крутки, мы сможем 10-ку в стандарт бахнуть. А еще я очень, блин, надеюсь. А я же могу теперь сделать, знаете что? Я же... О, да. Ух, ребят, о, да. Апаем. Апаем нашу акулю. Апайся, акуля. А, даже так. Так, ладно. У нас есть определенные трудности. Ну, они могут возникнуть. Так, круточка. Окей. Дальше нам нужно возвысить вот эту штуку. Даже хватает. Кстати, на акулю. По крайней мере, на акулю точно хватает. На остальных, ну, солдата еще апнем сейчас. А дальше уж там как пойдет. Окей. Так, акуля, можно сказать, готова. Так, солдат. А у солдата-то у нас синька висит. И мы не можем ей оружием бахнуть. Ну, типа, и ладно. Да мы и этот не можем. Ай-яй, неловко вышло. Ну да ладно. Главное, что у нас акуля апнута. Теперь я чувствую себя прям, знаете, спокойно, умиротворенно. Угу. А нет, мы можем акулю апнуть. Ок. Нам только что выдали то, чего нам... Ой, акулю. Солдата апнуть. Нам только что выдали. Да-да-да, сигну тоже, конечно, будем крутить. Фуф. Так должно быть немножко попроще, да. Я очень на это надеюсь. Так, на это же у нас не осталось уже, да? Блин, осталось. Ну и ладно. Придется апать синьку. А зато она не ест много ресурсов, как бы. А вот. Ну что, пойдем в крутки? Пожалуй.
Погнали. Сколько эпиков, ребят? Это уже 60-я крутка. Одна. Она одна. Она всегда одна. Она постоянно... Свиномет. А я только сегодня говорил о том, что я негодую, потому что у меня нет свиномета. У меня есть свиномет, ребят. Просто это я сражаюсь как бы с вами в чатике, да. Блин, ну не. Николь пригодится. У Николь я не хочу забирать. Все, ребят, чатик. Теперь я смогу вас с собой в бой брать. Вот. А зачем я это сделал? Ведь у меня сейчас не будет... Ладно. Теперь я ее саму-то до 20-го не смогу апнуть. Трунь. Угу. Да, так и есть. А, подождите, еще кое-чего. А, я ведь не заглядывал вот сюда. Нет, не сюда. А вот сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Так, допустим, открыть талант. Я могу. Шанс крита плюс 5%, урон навыка, уровень навыка повышен. А, да. Ок. Допустим. А это что? Ага, переключатель режима использования агента находится время... А это что? Понятно. Это нам не то, чтобы нужно. Так, талант открыт. Ну, окей, наверное. Блин, я рад. Теперь они обе. Теперь они обе на месте. И как бы ок. А вот, правда, нам по-прежнему не дают нигде пофармить эту штуку. Ну, как бы, ресурсы. А, с возвращением, господин. Виртекс, привет. Угу. Мне ресурсы не дают активно потыкать. А, сигну покрути, так у меня 120 гемов. Так, обнаружена заявка на срочный заказ. Угу. Ну, как дела? Да вот. Катаемся Акурю куда-нибудь сходить. Рекомендуем перед отъездом застраховать жизнь. Полис платный. Вот так. Кого, блин? А вот сейчас я, честно, не понял. Какая страховка? Это, если что, мой лучший друг и лучший помощник. Требуется лед. Лед, ребят, лед. Лед и эфир. Лед. Но у моей акулы есть небольшая проблема. У меня нет саппорта под нее. Вот эта синяя девочка с рожками. Она мне тупо не падает. Вот, и это как бы, ну, печально, что ли. Сколько я на ивент открутил, она мне за 12 упала. А речь про 180 круток, это обычные ебанбу крутки. Ну, там не только обычные ведь. Ну, 80 это банбу, да, Дима. Ага. Ага. Собирался взять акулю. Угу. И у нас два режима испытания. Погнали. Апнул только 21 ранг. Да я вон только 10 апнул. А акуля с никоматой не рубит? Не особо. Алло. Вайс, никомата. Вы меня слышите?
Четко и ясно. Как здорово. Я раньше никогда не встречала прокси, которые могли бы общаться с людьми в каверне. Не мудрено, что Николь считает вас лучшими в Нью-Эриду. Режим внизу переключает свой отряд, но у нас уже, к сожалению, режим испытания. Трун. Всегда приятно такое слышать. Но сейчас пора воплотить план в жизни и перехватить поезд. Но перед этим проговорим наши действия. А мне какая-то горечная выпала. Ну подожди, подожди, подожди. Акуля играется в идеале со всеми горничными, так что это даже ок. Без проблем, будет сделано. Мне теперь тоже нужен кто-то адекватный из Виктории, но, блин, у меня есть один персонаж из Виктории, но геймплейно он мне вообще не нравится. Наша цель – поезд Vision, на котором перевозят взрывчатку. Так как им управляет компьютер в режиме автопилота, мы можем загнать поезд в тоннель, выставив преграды в определенных местах. В тот момент, когда поезд замедлится, чтобы заехать в тоннель, я как-нибудь закину твоего банку ему на крышу. Угу. А после этого мой выход, да? Верно. Вейс, тебе нужно забраться внутрь поезда через вентиляцию на крыше. Не добраться до кабины машиниста, чтобы остановить состав. Не волнуйся, мы с Феей тебе поможем. Я только хотел сказать, что я, ну, как бы поездом управлять не особо могу. К сожалению, мы пока не смогли обнаружить мясника из тупика. Будьте осторожны. Ставлю просто жопку Чиби на то, что мы с мясником как раз-таки столкнемся. Иначе о нем бы не упоминали. Так точно. Удачи, ребят. Начинаем. Иначе нам бы о нем так много не говорили. Так, ладно. Пока вариантов не то чтобы много. Активность эфира в каверне меняется. Осторожно. Погнали. Надеюсь, это изменение немного задержит поезд. Обнаружен опасный враг. Не приближайтесь к нему. Подождите, а почему? А если я хочу... Мя? Это то чудовище, о котором говорил робот Билли? Подождите, а вот... Печально знаменитый эфириал. Какая у него мощная аура. А его и нет, как бы. Ну, типа... Опа. Сюда. А этого не было раньше. Ладно. А я хотел его потыкать. А впереди новая область каверны. Продолжим. Я тоже думаю, что столкнемся, но Чиби жалко все равно. Чиби Никомату выбил, его не жалко. Мы уже близки к пункту управления. Нам обещали 100 бесплатных круток. Это, походу, надо играть каждый день. Нет, это нужно просто играть. Я могу перехватить управление рельсами, чтобы вы изменили их направление. Ок. Взламывай. Поезд пройдет через эту область, начиная от указателя. В этой области есть замедляющее устройство. Да что началось-то? Используйте его, чтобы замедлить поезд и сесть на него. Типа все сессионные гача игры в любом случае нужно играть каждый день. Такова как бы суть жанра, что ли. Так, допустим. Допустим. А мы должны... придавить чем-то тяжелым. Окс. Мя? Этот звук? Это снова мясник из тупика? Нет, это поезд. Так, ладно, он свернул. А я могу? Подвигать-то я не могу. В этом как бы проблема. А впереди большое препятствие, значит, на...
Вы небольшого размера, а заказчица, фактически говоря, кошка. Возможно, у вас выйдет пролезть. Кого? Ладно, давайте проверим. Просто фея, она слишком бычит. А брошенный вагон лежит поперек моста под немыслимым углом. Чего? А что этот вагон тут делает? Прокси, мы вообще правильной дорогой идем? Никомата, с вашим маршрутом все в порядке. Судя по повреждениям, вагон сюда, скорее всего, зашвырнул какой-то эфириал. Какой-то! Какой-то! А как будто мы не знаем какой. Не! Вот это силища! Следующая остановка на той стороне вагона. Думаешь, получится перебраться? Ну, одна я бы, наверное, справилась, но не с Банбу. Да еще вокруг столько воронок. Вряд ли получится просто обойти поезд. Прошу прощения. Это кто? Мя! Кто это говорит? Вагон? Да еще и таким милым женским голосом. А есть в чате люди, которые любят вагоны и там подкатывали к ним как-то? Любители вагонов на месте вообще? А, бля. Ребят, на таком вагоне я бы женился. Прошу прощения, госпожа вагон. Мы очень торопимся. Не могли бы вы подвинуться и дать нам пройти? Пон. Пожалуйста, госпожа вагон. Ну уже, Вайс, не валяй дурака. Напугаешь девушку на той стороне. А нечего девушке вагоном быть. Прошу прощения. А вы исследователи из Ассоциации исследователей Каверн? Подождите, по голосу это Корин из Виктории? Ну, по голосу прям очень похоже. Вот прям один в один. А что такое? Тебе нужна помощь? Погодите секунду. Какая разница, из ассоциации мы или нет? А может, сначала выясним, что-то, кто такая эта госпожа Вагон? В нашем деле принято сначала представляться. Ну, так она и есть госпожа Вагон. Вопросы? Чего? Правда? Простите, я не знала, что такой порядок. Но это определенно должна быть Корин. Меня зовут Корин. Я из агентства домашнего персонала. Она из Виктории, как и Акуля. Блин, когда я начал персонажей вообще Зюзи узнавать по голосу? По гороскопу близнецы. Ресурс-фактор отрицательный. Люблю делать уборку. Номер социального страхования. Угу. А кто тебе больше нравится из персонажей? Ну, благодаря Михуям, которые выкатили кучу трейлеров, как бы, ну... Акуля. Элен. Тут вообще без вариантов. Ну и немножко Никомата. Так, господа. Учитесь, вот прям учитесь, как нужно представляться. Вот так. Эй, ни к чему такие подробности. Короче, ты как сюда попала-то вообще? Рядом был опасный эфириал. Но я потеряла своих спутников, когда пряталась от него. Так, а ее спутники, если что, это Акуля, Волк, Александрита. На. Блин, как ее там? Короче, она. У меня нет морковки. Если вы исследователи, значит, вы знаете, как отсюда выбраться, да? Выведите меня, пожалуйста. Да, я готов. Выведите меня, ну пожалуйста. Выходит, она обычная девушка, которая заблудилась в каверне. Да, и она
Не госпожа Вагон. Но что горничная делает в таком опасном месте? О, Никомата, ты еще акулу не видела. Ну что, поможем ей? Конечно, да. Если только проберемся... Если только проберемся как-нибудь через вагон на ту сторону. Иначе, чтобы не отставать от графика, придется сразу возвращаться и выбирать другой маршрут. Блин, мы же на перегонки с поездом играем. Простите, извините, я тут случайно подслушала ваш разговор. Значит, если я помогу вам попасть на ту сторону, вы возьмете меня с собой? Тебе, в принципе, нравится игра? Да, она превзошла даже мои ожидания. Вот, намного причем. Ме, ты можешь нас провести? Не совсем. Подождите, я скоро. И куда? Хочешь пролезть под ним? Не! Что за жуткий звук? Литл Кори пилит! Берегись! У нее же... Не ранена? А Курин сама себе проход пилит. Фу, прекрасно. Мой фартук в порядке. Ой, рада встрече, исследователи. Я выпилила проход. Блять. Никомата чуть в этот момент котят не родила. Чтобы она понимала, ну, чтобы вы понимали. А некоторые говорят, что она так себе, блять, чел. Некоторые говорят, что Ведьмак 3 говно. Некоторые говорят, что моя любимая еда говно. Некоторые говорят, что мой любимый фильм говно. Некоторые говорят, что мои любимые вообще хобби это говно. Ну, как бы, насрать абсолютно и полностью. Она просто чуть не попилила кошку. Как бы, гг. Рада встрече с многоуважаемыми исследователями. Проход готов. А, так значит, я все это время разговаривала с Банбо. Простите, я не хотел оскорбить вашу Банбо-идентичность, блядь. Это прям, знаете, настолько-настолько тонко. Это прям максимально тонко. Прям мега тонко. Ладно. Можешь считать, что я Банбо. Ты в любом случае не похожа на случайную прохожую. Прошу прощения, мы работаем во многих сферах, включая услуги, связанные с кавернами. Да, Нэри, есть. Его зовут Фокс. Ой, чего это я? Вы же наверняка торопитесь. Я могу вам помочь, если только вы выведете меня из этой каверны. Прошу! Это единственный персонаж, держу в курсе, на которого мне упала конста. Вот. Так и играем. Как думаешь? Она пропилила проход через вагон. И теперь мы можем продолжать двигаться по изначальному маршруту, верно? Ну, она не просит о многом. Ее бы просто вытащить отсюда. И как бы все. Ага, я согласна с Вайзом. Конечно, мы можем проводить ее до выхода из каверны, но у этой незнакомки могут быть секреты. Да вы посмотрите, она и есть секрет, как бы, весь. Корин, мы позволим тебе пойти с нами, только сильно не болтай по дороге, ладно? Пу-пу-пу. Хорошо. А вот и славно, тогда идем. Блин, помните трейлер? Ладно, так, пой. Ладно, это было больно и неприятно. Погнали пилить, что ли?
Она там все еще оправдывает, если что. Она мне... Так она Хо-Хо напоминает, ну, тут как бы ходить далеко не нужно, да. Она прям напоминает Хо-Хошку. Ну, озвучка не Каматы, блин, меня отвлекает ее озвучка, я не могу сосредоточиться, сконцентрироваться и все вот это. Ай! Если что, по хвосту получил. Я считаю, незаслуженно. Не, Курину это, конечно, прикольно. Блин, там была возможность на Банбу запилить. Ну и ладно. Характер Хо-Хо с оружкой химика? Оно самое. Уф. Так. Курин, поможешь нам перенести тяжести? Нужно прижать переключатель. Оп. А, теми камнями впереди. Конечно, конечно. Так, ладно, две-то еще у нас есть. Так, ладно, заплатим. Не, Линет, она тоже классная, но я не знаю, не Камата. Сложно, я даже не буду ничего говорить на эту тему. Так. Окей, мы можем так сделать. По-прежнему мне еще не дали ни разу поиграть на Акуре. Держу в курсе. Там мой бан будет и то, активно наяривает, да. И я сейчас просто вынужден играть на персонажах, на которых я вообще не играл. И что-то пытаться сделать. Дайте мне акулю. Ну я хотя бы тестовый забег на ней проходил, да. Подождите, мы можем в итоге, получается, в результате этого квеста познакомиться с остальными ребятами. Ой, бля. С остальными ребятами из агентства. Но там ведь состоит акуля. Понимаете, что это значит? Это прям очень много значит на самом деле. Да хватит! Это было грубо. Это было очень грубо. Сюда лут! Блин, здесь как бы, ну... У Курин урона намного больше, чем у Никомат. В общем, каждый оттуда кого-то своего хочет увидеть, да? Так и есть. Подождите, а если я вот как свин возьму и сделаю вот так? Оно же А, да. На Ису, допустим. Давайте восстановим ХП, потому что там Никомат у меня при смерти. Вот. Причем сильно при смерти. Угу. Так, и нам нужно вверх, Окс. Кажется, сегодня поезд идет не в ту сторону. Да-да-да, вам кажется, вам просто кажется. Фу. Господин, рельсовый маршрут перестроен.
Отлично. Давай по пути выведем Корин. Саглы. Подождите. В смысле саглы, а куда? А, туда. Вон. Внимание! Обнаружен выход из каверны в радиусе 100 метров. Заказ сотрудницы агентства домашнего персонала Корин может быть выполнен. А, Пайтон? Чего ты сказала? А, Корин говорил, можно выходить. Корин, выход прямо впереди. Можешь выбираться. Правда? Вы нашли выход? Класс! Спасибо вам огромное. Если бы не вы, я бы пропала в этой каверне навсегда. А потом бы акуля ходила грустная, так что нет. Ты тоже молодец. Твоя бензопила нам и правда помогла срезать путь. Да, я тебе чуть хвост и уши не срезала, ну да ладно. Первый раз вижу настоящих банду исследователей каверн. Кстати, да, до сих пор у меня еще не открыта гача банбу. Можете, пожалуйста, сказать, как вас зовут? Мы с коллегами вам потом навести... Вас потом навести мы отблагодарим. К нам может прийти волк и акуля. Держу в курсе. Придешь к нам поблагодарить? Отличная мысль. Жду не дождусь. Вот я честно, без шуток, жду не дождусь. Не? Вы серьезно? Раскрыться не боитесь? Ага, значит, меня вы подозревали, а Корин другое дело? Ну, да, типаж персонажа другой, так что не бузи. Ой, извините, что перебиваю. Видимо, это будет неудобно. Я, пожалуй, пойду. Не-не, ты приходи. И акулю бери с собой. Корин торжественно кланяется Никомати и Банбу и покидает каверну. Ну вот. Такое мы, если что, не любим. Теперь осталось только дождаться поезда. Поезд замедляется. Стоп, это необычный маршрут. Всем быть начеку. Это наш шанс. Прыгаем скорее. А никуда мы не прыгаем. А, да, ребят, потому что самое время нам сделать небольшой перерыв. Буквально 5 минут, и мы продолжим.